Блинами и народными гуляниями проводили Масленицу в Люберцах. На территории 20-й гимназии, где организовали одну из площадок празднования, работали мои коллеги. Побежали вправо! Без масленичной карусели и русской народной игры «Ручеек» не обходятся народные гуляния. В толпе частушки и звонкий смех. Праздник проводов зимы и встречи весны объединил и детей, и взрослых. Праздник замечательный, веселый такой, прям прелесть. Еще когда мы соревновались, бабушка, мне понравилось. Праздник оказался очень ярким, много эмоций в день. Участники школы, они приготовили блины, и их можно было окунать варенье. И это было очень вкусно. Кроме угощений и старинных масленичных забав, на празднике подвели итоги конкурса на лучшую масленичную куклу. Победа очень суперская. Подарки идеальные. Мы делали эту куклу всей семьей. Победа, вот. Сегодня и хороводы возили, и блинами всех угощали, и конкурс маслениц провели, и конкурс блинопеков. Всех наградили, всех с удовольствием, от радости поздравили с Масленицей! Завершилась последняя неделя перед Великим постом. Он продлится 7 недель. На следующий день после его окончания, 16 апреля, наступит главный христианский праздник – Пасха. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.